Мужчины начинают ныть, женщины их перестают любить. Почему? Потому что мужчина по природе не должен быть нытиком. Как бы тебе ни было плохо, что бы у тебя ни происходило в жизни, ты мужчина в конце концов. Даже просто если ты другу будешь жалиться на жизнь, будешь постоянно ныть, будет на тебя смотреть, как на человека, который, не знаю, ненадежный, с которым как бы дело не захочется. Скажите, такого, пожалуйста, чем чревато мужское нытье? Вы меня застали врасплох. В первую очередь, даже не вопрос, мужчина ли это, вообще человек, женщина или мужчина, они приносят с собой, так называемую, негативную энергетику, все время энергетика разрушения, все плохо. За что ни возьмись. Погода, дождь не люблю, жару я не люблю, лето не люблю, зиму не люблю, что ты любишь. А более того, если тебе все не нравится, если ты ноешь, капризничаешь, взрослый мужчина или женщина, ну, женщина еще там, понятно, у нее по натуре капризы. Человек перестает быть интересным собеседнику, не знаю, другу, товарищу, любимому и любимой, когда вот начинается это дело. Бывают какие-то ситуации, которые приводят тебя, возможно, в какое-то уныние, в депрессивное состояние. Но когда это пожизненно, это твоя внутренность, такая натура, то люди с такими чертами характера, вы не ждите, что у вас будет огромное количество знакомых, друзей, которые захотят вам помочь в тяжелую ситуацию, потому что вы приносите негатив, груз какой-то, когда такие люди приходят, например, в помещении рядом со мной, я знаю, что это человек, и я чувствую какой-то дискомфорт уже вот на чувствительном, на энергетическом уровне. Мужчина начинает слишком ныть. Я понимаю, у всех бывают какие-то жизненные ситуации, тяжелые времена, когда каждому человеку нужно, чтобы его поддержали, просто взяли за руку, ничего не сказали, просто посидели рядом, и уже чувствуешь какую-то моральную поддержку. Когда это натура, то на мужского пола сказала, вот жара началась, у меня лицо потекло, я вспотел, я ненавижу это. Для меня это слово вычеркнуто из моего лексикона, я, наверное, не готова никого ненавидеть, потому что ненависть — это очень такое сильное чувство, такая эмоция. Я могу игнорировать кого-то, я могу, не знаю, просто понять, простить и просто распрощаться, не устраивая никаких скандалов или выяснения отношений, но ненавидеть я никого в этой жизни не ненавижу, я просто это не имею права делать. И когда этот человек говорит, я это ненавижу, я говорю, подожди, по-моему, ты не любишь, когда дождь. Это тоже я ненавижу, и причем акцент на этом слове. А что ты любишь? Говорит, все ненавижу. Может, это было в шутку, так скажем, все ненавижу. Лето ненавижу, зиму ненавижу, солнце ненавижу, дождь ненавижу. Мне, честно говоря, я это слово выговариваю, и мне неприятно становится в душе. Поэтому, наверное, стоит прошерстить свой лексикон вот этих слов и эмоций, которые вы испытываете. Чувствуете ли вы себя комфортно, когда вы ревнуете, когда вы завидуете, когда злословите? По-моему, когда даже сплетничаете, вы сами устаете от этого и чувствуете душевную опустошенность. Так самое для меня. Я не даю сама
себе оценку, мне тяжело себя оценить. Я знаю, что единственное, что я знаю, что в любой ситуации, даже в самой, казалось, плачевной, я не буду веселиться, я не буду так же само прям впадать и рвать на себе волосы, но до конца ситуации я буду максимально сохранять равновесие. Может, не спокойствие, конечно, я буду переживать или нервничать, но максимально до конца я буду себя чувствовать ответственной. Поэтому любую тяжелую, трудную ситуацию я буду тащить вот до конца, пока она не закончится. Потом я могу рыдать, не знаю, там, попадать в депрессию, ныть, но ныть сама себе, могу пожалеть сама себя, но ни в коем случае не напиваться, не убиваться, не знаю, не кричать, что это конец света, тем более, не дай бог, покончить жизнь самоубийством. Для меня это табу, и вы можете мне привести кучу примеров, почему люди это делают, и я никого не сужу, но что касается меня, я не могу себе позволить быть настолько слабым человеком, чтобы себя убить. Это я не знаю, что должно на этом свете произойти, такие сбои в моей голове, чтобы это сделать. Я люблю жизнь, я продолжаю жизнь. Мы прощаемся с вами, но мы не говорим прощай, мы говорим до свидания.